Здравствуйте, соратники. В этом видеоролике я хотел бы продемонстрировать, как работает КПЕ DNS. Чтобы вы понимали, что происходит, представьте, что это экран ноутбука какого-то случайного человека, который, может быть, даже и политикой особенно не интересовался, и про КПЕ совсем ничего не знает. Вот чем-то он техническим интересуется, и по этим его делам ему понадобился интернет. Это, может быть, сосед, у которого своего интернета нормального нет, либо это может быть случайный прохожий, который там присел где-то, достал там планшет или ноутбук и смотрит, какие есть Wi-Fi сети. И видит он, что практически все Wi-Fi сети закрыты паролем, кроме одной. Кстати, то, что называется КПЕ.ру, никак не влияет, как показывает практика. Влияет только настройка на КПЕ DNS. И вот что происходит после подключения. Вот он подключился, и Windows автоматически открывает специальную страницу. По идее, на этой странице нужно ввести логин-пароль для Wi-Fi. Но там может быть что угодно, в том числе и не быть логина и пароля, а вместо этого там может быть автовоспроизведение видео. Радочка, доброе утро. Доброе утро. Сколько тебе лет? 14. Какой класс ты пойдешь сейчас? 9. На других операционных системах есть аналогичные возможности. И КПЕ DNS умеет их использовать. Чтобы пояснить, почему это так здорово, я хочу напомнить, как обстоят дела в наших средствах массовой информации. А именно, нас туда упорно не пускают. И вот сравните, туда нас не пускают, а люди берут, начинают перенастраивать свои роутеры, и вуаля, ну и не пускайте дальше, а все равно вокруг нас соседи, халявщики, все они будут к нам подключаться, получать нашу информацию. А когда счет пойдет на тысячи, десятки и сотни тысяч роутеров, это станет такой большой силой, которую не получится игнорировать. Текущей задачей является достижение именно количества. Ради количества нужно достать не просто активистов концепции общественной безопасности, а сторонников, которые себя в каких-то других делах, возможно, и не проявляют, но у них есть роутеры, и эти роутеры будут работать ничем не хуже любых других роутеров. Перенастроить роутер для знающего человека работа минут на 10. Учитесь сами это делать, помогайте другим, рассказывайте об этом проекте, вступайте в группу и делитесь своим опытом.